Не, я тут по стелсу хочу. Мегалодон! Мегалодон! Золотыми куполами! Это зеленый, это такое. Чекай сила, он страшный какой-то. Ты когда знаешь, 3 года сидел за ПК и не вылазил с него. Да, это тупо Владик создаёт. С пенетрейшеном, да. Я тебя создаю, не переживай. Поза. Споты типа я поймал. Член. Да. Вот это, все, все, сейф. Можно начинать, да. Мне нравится слева вверху подписан такой. Геймашина. Кербал. Зачем, ладно. Я просто посмотреть, он тем более стоит как две бород... как одна бород... Помню, как... Стоп. Он стоит как половина от боротроумы. Новая экономическая система. Ну, это половина боротроумы. Дум первый, ну, этот... 0,7 боротроумы. Пожалуйста, 0,7 боротроумы светлые. Не фильтровые. Нас порвали, я так понял. Там дверь открылась, там еще человек 40. Захочешь, там армянин на арбитр. Вот это там и было. Это... Так, погодите. Excuse me. Да, вот это. Я случайно. Не, они истерики. Идите в жопу. Тут говна, блять, убирать. От души насрали. Даже не поскупились, все вот выложили. Видал, Юр, какие они? Она настолько убого сделана, она мало того, что пустая, так она еще не оптимизирована, так еще здесь на ре... Блядь. Нет, как бы я понимаю. Сука. Я себе. Это ж мои одноклассницы. Ну, он, короче, полотенце надел, типа, такого не узнали, по-моему, вроде как. Ну и все, слово за слово, давай ей пизду уже телебить. Да-да-да. Он такая, блядь. Он такая, блядь, хули ты делаешь с ЧДВФ? Он такой, блядь, это массаж, ебись от меня. Ну, так я натеребил ей пизду. Ну, ей понравилось, походу. Типа, работка нехуёвая, наверное, блядь, стоит сдержаться. Чувак, блядь. Ну, в итоге, это первая серия заряд, конечно, охуенная. Я не спорю. Я вот начинаю с второй серии. И они ебутся. Потом ебутся вдвоем. С двумя девками он ебется. Только с одной, с этой девкой, которую он сначала пизду теребил. Ну, вот так вот на протяжении 10 серий они ебутся просто в бане. Аниме охуенное. Погода шикарная. Баня жаркая. Ну, не знаю, какой это всем гулять, какие категории. Все, Юра, он тупой просто. Да, Юра? Ну так гуйте корабль Ковенантов одним киборгом и освободите капитана. Красиво, слушай, мне понравилось. Да. Помогает. Кино надо смотреть под едой. С едой, вернее. Там люди гибнут. Вовремя ты опомнился. А как закрываться в этой параше, так тебе вообще ничего не мешало, да? О, живи Беларусь. Денис, блядь. Уронил. Лох. Лошара. Произошел кибербуллинг. Да. Hello, motherfucker! Юра, я долго очень бегу. Ой, Юр. А я живой, я бачу. Да, байки? Кого ты боишься? Ну, байки. А, это... Байки? Да, удачи! Сука! Сука! Удачи, я пошел. Нахуй, умри, блядь.